Vlahović. تبعد أمامية سي الله على هذا المرور. Работоспособность. Влахович! Какое-то незапланированное веселье. В общем, можно говорить о том, что сербы стартуют с победы. Пускай. Номер 20. Внимание, момент. Влахович! На это Влахович разбегается. И по центру ворота 1-0. Станет ли счет 2-0? Да, становится. Кругом была линия дефенса. Альтро рискио. Паланико Гонзалес. Это Добер Влахович. Najzłe przyjęcie Fabiana Ruiza to może pachnieć kontratakiem, ale Bakayoko z olbrzymim poświęceniem. Flachowicz. I po robocie z Aspalą, który wyładził z Syria. Wyładził się z Nizów. Na italianską futbol. I хорошая передача na Эйса Лика. Влахович! 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 Bo zabić надо jeszcze. Rozbiegается Влахович. I zdorowa cierpaczką. W szóstym meczu z rzędu Duszana Flich. Но ни к чему путному этому не приводит. Влахович, а это будет жоп. Амрабат на Миленковича. И вот это, и это все-таки... Может получить предложение из этого клуба. Эйсери, куда? Спасает свою команду. Спасает свою... Кастровили. Na szczęście ten uraz nie okazał się na tyle No, trzy ostatnie mecze to remisy, a w każdym z tych spotkań... ...Rzeszyn, do prostu wpierod i opet patierę Kastrowilli! Futbolistów czempionatu Italii trzymało. Влахович prodaje centralną zonę. Влахович na trzech piszą. Влахович! Fiorentina Inter już adresy. Duszan Vlahović. Vlahović! Французский правый запасник на позицию правого латераля. Влахович и еще. Передача опять игрочек команды 1. Это Лукойович. Удар Гильерме выручил. Ну а вот дальше не выручил. Как установились партнеры. Что делает Влахович? Каихон! Гол! Удар поворотом и мяч забивает. Мяч залетает.
опасная атака. Рибери, Влахович, 2-0. Удар, гол, 1-1. Подавливает защитников, Кисея обработал мяч неаккуратно. Прыгнуть сегодня Лавич. Да, устроит победа. Ну и одно набранное очко, я думаю. Влахович. Здорово, на коротке. Абсолютно не дают спокойно просуждать о чем-то стороннем. Хороший футбол. Мяч мимо в любом случае летел. Влахович. Это скинуть на фланг, там свободно. Пинч отталкивается от данных трех. Внимание, Влахович. Делает передачу, счет 2-1. Преимущество у Сербии, надо бежать и назад тоже. La palla perché è una posizione interessante, attenzione. Qui è Sarica riconquista palla. Fiorentina может провести быструю атаку. Влахович легко обыграл Сапату. А тут на левом фланге передача Влаховичу. Влахович исхитрился. До попередній сезон був найрезультативніше для Куцки. 6 голів він не забував ніде. Зараз знову Дарвался слева. Ну, я думаю, що по позиціям тут нічого не повинно було помінятися. Ні, просто після стандарта Сірах Маніга упреджав. Зараз моцніший той ущіск п'юкажі на полі, як собі спойжемо на те, що Фіорентіна жаджий гості. Милан, конечно, фантастическую игру провел против Манчестер Юнайтед при всех кадрах. Это шпилька жива, а Кузин зачекавый с моделем. Он еще. Он забил 20 и более мячей за команду, которая по итогам сезона вылетает из элитного дивизиона. Удар поворота. Который здорово умеет разрушать атаки соперника. Ну и... В том достаточной партии, такому виражистому Виньято, который выкористывал это. Immediato il passaggio per... Кажется, что Фиорентина достаточно трафить раз.
i ona ma problemy później z pozbieraniem się. Знаете когда? В 2016 году, почти 5 лет назад, Влахович. Nella testa, Callejón dalla bandierina. Pezzerra prova a volare. C'è la torre per Vlahović, che segna addirittura con il. Занял честь матча Наполи. Подача. Влахович, удар и мяч в ворота. Гол.